280 человек могут получить гранты от государства на развитие собственного дела в рамках проекта «JAS Project». Он рассчитан на молодежь до 35 лет из социально уязвимых групп. По 1 000 000 тенге им предоставят на упаковку бизнес-плана. Напомню, «JAS Project» реализуется по заказу Министерства культуры, информации и Центра поддержки гражданских инициатив. По итогам прошлых лет большая часть получателей грантов нашли себя в сфере услуг и сельском хозяйстве. Ранее конкурс проходил в пилотном режиме в 6 регионах. Сейчас думаем провести по всей стране. Если тогда выделяли 250 грантов, то в текущем году 280. Эта цифра будет распределяться пропорционально по регионам. И хотим пояснить, 1 000 000 тенге это не предполагает организацию всего бизнеса. Это на идею, упаковку ее в проект, подачу заявки, защиту.